Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» дала свои результаты. Ездить по столице республики стало комфортно. Чтобы комфортно было и ходить, в Чебоксарах до конца сентября должны отремонтировать 21 тротуар. Один из них вдоль улицы Афанасьева. Галина и Егор рассказывают, раньше прогулка с велосипедом напоминала маунтинбайк. Езду с препятствиями по пересеченной местности. Новый тротуар они очень ждут. Пандусов не было, было очень все сломано. А сейчас вот смотрим, ходим, очень все хорошо. Делают ответственно. Сейчас хорошо будем кататься на велосипедике. Почему? Потому что залит асфальт. В этом году на ремонт тротуаров в городе выделили 20 миллионов рублей. А в этом году мы сознательно, скажем так, адреса выбрали, исходя из реализации программ «Безопасные и качественные дороги» и других программ, в которых выполняется ремонт дорог, чтобы был более законченный вид. То есть в прошлом году у нас такого не было. Тротуары мы делали отдельно от программ федеральных. В следующем году такая практика, когда тротуары ремонтируют параллельно с проездами, продолжится, но уже в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она станет логическим продолжением нынешней программы БКД. Кроме ремонта тротуаров, в нее включили разметку и освещение. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.